Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я получил письмо, ну, в общем, ради которого, наверное, стоит жить и работать. Сейчас вы поймете, почему. Это написала мне, ну, в чате, в Телеграме, мы общаемся, одна из моих подписчиц, и кто закончил мой курс, в записи, кстати. Вот, и это молодая девушка, которая... Ну, это невозможно передать, потому что вот у нее эмоции скачут всегда, она мысли такие с одной на другую перескакивает, она очень эмоционально всегда пишет, но вот то, ради чего я работаю, она передала абсолютно точно, поэтому я сейчас прямо хочу прочитать, вы, надеюсь, поймете, о чем я говорю. Мы переписывались, и я сказал, что я обучаю там людей финансовой грамотности, вот этим занимаюсь. Вот. Ну и мне пишут там, финансовой грамотности людей в РФ обучаете, вообще респект, может и наша страна возродится. Вот. И вот девушка пишет мне, значит, вот и я за то же, лучше на бирже пахать, зато такую свободу получаю, как вспомню, как вставала в 4 утра и в 2 ночи ложилась, чтобы побольше заработать в найме, на ночные смены оставалась, зарплату задерживали. И больше всего я была не согласна на середнячок. Ну, вроде бы так все живут. А что я жалуюсь? Я, Юрий, вам очень благодарна за то, что тогда встретила ваши видео. И, кстати сказать, я задержалась на вашем канале совсем не из-за видео про биржу. Мне понравилось видео другого характера. Типа, как расплатиться с кредитами. У меня тогда прострелила фраза, дословно уже не помню, что если у вас сейчас ноль, и вам предложили мести двор за 100 рублей, соглашайтесь. Ведь это уже больше нуля. То есть все, что больше нуля. И ведь это уже больше нуля. Потом видео про то, как из 100 рублей за месяц сделать 265 тысяч. Она это поняла. И потом видео «Мелочь – это не мелочь». Что даже самые копейки – это тоже деньги. И тогда я начала торговать с маленького депозита. Фиксировала прибыль по 4 рубля, по 6 рублей и радовалась. Кто с самого начала был, помнит, какое количество сделок я совершала по мелкой прибыли. В итоге скапливалась сумма. Она совершала там до 400 сделок в день. Уже 7-й месяц торговли пошел. И о работе в найме даже думать страшно. Такая свобода. Я просто кайфую. Всегда понедельника жду с нетерпением, а пятница меня расстраивает. У большинства людей наоборот. Какой кайф в будни поехать в какой-нибудь Ашан закупаться. Народу нет в магазине. Все куда-то спешат, а мне спешить не надо. Эмоционально, конечно, но я помог человеку изменить свою жизнь к лучшему. И она сейчас создает пассивный доход, она это понимает. И... Ну вот ради таких писем, конечно, стоит жить и работать. И она не одна, вот что радует, потому что, ну, есть отклики, которые, они не такие эмоциональные, поэтому, вот, ну, это радует меня, что я смог помочь там не просто одному человеку, двум, трем, уже десяткам, и даже, мне кажется, больше сотни. Поэтому вот это вот меня радует, и... Ради этого я работаю. А еще я хочу сказать, что недавно ко мне практически одновременно обратились сразу две женщины, ну, с похожими вот обращениями. Они уже, ну, скажем, 40-45 лет, то есть не такие молодые, вот как это. Вот, но так же, как и я, они из простой семьи. И так же, как и я, они когда-то поняли, что надеяться надо только на себя. Не надо ни на кого рассчитывать, надо просто надеяться на себя и работать, работать, работать. И они начали работать, они начали создавать себя, начали делать свою жизнь. И действительно им было сложно сказать. Одна из них из Белоруссии, из очень простой там семьи, мать очень такая. Колхоз, ну, там, огород, вот, другая, и из Крыма, она гречанка, и
тоже достаточно сложно там было жить. И обе очень-очень серьезно работали, очень занимались. И что они пишут мне? Значит, и одна, и другая достигли в жизни многого, скажем так. Точно так же, как я в свое время. Когда я вроде все, я вот богатый, все мечты осуществились. Вот то же самое пишут. Они пишут, я зарабатываю много, очень много по сравнению с другими. Но я поняла, что я зарабатываю, пока я работаю. И как только я перестану работать... Точно такое же зрение было у меня. То есть как только я перестану работать, все, я попадаю в нищету. И получается, что как белка в колесе крутишься. И они говорят, я совершенно случайно наткнулась на ваш канал. Но это не случайно, конечно. Это не случайно. Дело в том, что сейчас современные технологии, в частности, вот Google, которому принадлежит YouTube, он обрабатывает большие массивы данных, и когда мы что-то ищем, что-то пишем, заходим в интернет, он пытается понять, что же мы хотим. И когда человек хочет вот найти ответ на свои вопросы какие-то, вот даже такие, он совершенно случайно натыкается на мой канал. Вот. И это не случайно, конечно, но факт тот, что они также благодарны, они говорят, вот, мы поняли, что надо создавать источники пассивного дохода, и они благодарят меня за это, потому что я им донес вот эту мысль. И ради этого я работаю. Друзья мои, еще раз хочу сказать, создавайте источники пассивного дохода. Ищите их. Вот еще раз вернитесь, прочитайте то, что написала Ольга, там про те видео, которые на нее повлияли. Понимаете, что ноль, 100 рублей – это больше, чем ноль. Мелочь – это не мелочь. И вот это видео, как из 100 рублей сделать 256 тысяч. Это видео про сложные проценты. Она это поняла, и уже видите, что за 7 месяцев, просто воспользовавшись вот этими идеями, она полностью поменяла свою жизнь. Ее доход нельзя назвать пассивным, но он будет, она его создает. И, ребята, подпишитесь на мой канал, смотрите видео, и я работаю ради вас. А вот эти вот толпы хейтеров, которые пишут мне всякие гадости, вы знаете, когда вот есть такие письма, мне уже плевать на этих хейтеров. Потому что это обиженные люди. Я обычно я просто удаляю эти сообщения, потому что, ну, это, во-первых, обиженные люди, они обижены судьбой, они еще не понимают чего-то, но у них есть шанс это понять. И я их не блокирую обычно, не баню. Я в бан посылаю только самых безнадежных, а этим, ну, я даю шанс, конечно. Может быть, вы поймете, друзья мои, и что я прав. Ну, в конце концов, поймете просто. Дай бог, чтобы раньше. Поэтому, друзья, вот я работаю вот ради этого на самом деле. Согласитесь, что это очень приятно. До встречи!